Бывший советник Пентагона по военно-политическим вопросам Дуглас МакГрегор предрек, что российские войска в итоге дойдут до Одессы. А объявленное Украиной контрнаступление завершится полным разгромом, даже с учетом освобожденных подразделений, сказал отставной полковник в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Украина теперь не сможет перехватить инициативу, даже несмотря на историю с подрывом Каховской ГЭС, устроенную Киевом для резонанса и расширения помощи от союзников. Ничто не позволит ВСУ добиться численного и технического превосходства, что является ключевым фактором для победы. Продвижение российских войск будет спокойным и пройдет по всем регионам восточнее Днепра. А закончится все тем, что они дойдут до Одессы, подчеркнул МакГрегор. Военный эксперт считает, что планы Киева губительны для действующих властей Украины, а за проигрышем последует ряд территориальных преобразований. Президент Зеленский точно потеряет ряд регионов. Полковник обратил внимание, что ВСУ уже пытались начать контрнаступление, но все атаки оказались настоящим провалом. По-другому, считает МакГрегор, и быть не могло. По отрядам ВСУ отрабатывает артиллерия и авиация. Аналитик полагает, что сложившаяся ситуация еще больше деморализовала личный состав украинских войск. В итоге дальнейшие попытки Зеленского сдвинуть фронт будут только ухудшать положение Киева.